И всем привет! Вот, в принципе, уже довольно-таки очень много обновилась эта Oxygen игрушка. Уже давно я что-то не снимал. Попробуем еще раз, потому что я не успел серию там снять про это по другой игре. Так что нужна какая-то замена. Так, ничего не будем менять. Сейчас создастся мир. Вот нам предлагают выбрать какие-то пару гавриков. Так, сейчас я посмотрю, покручу их, потому что мне не надо с отрицательными этими вот вещами. В принципе, тут от красных нельзя избавиться, я просто взял вот все по чуть-чуть. Пацифисты, понимаю, сражаться руки макаронами, силами минус 3, лучше просто не находится. Ладно, погнали, короче. Так, ну что ж, погнали сразу строить. Как там, что делать, уже подзабыл. Вот, копать. Давайте гоним наш прям сюда. Вперед, ребят. Так, тут немножко есть, кислород вырабатывается очень хорошо. Потом что, медная руда. Медная руда нужна. Здесь где-то сделаем сейчас. Ага, это мы не можем копать, понял. Копать это мы не можем. Так что нет смысла пока сюда копать. Вот так. Вот. Докопается сейчас сюда. Должен большую скорость увидеть. Ха. Быстро так они копают. Плюс прокачиваюсь еще быстрее. Так, воздуха мало, конечно. Поэтому помещение сразу больше не делать, потому что медная руда. Медную руду может копать? Да, вот. Отлично. Замечательно, я бы сказал. Цветочки. Цветочки. Так, уменьшим скорость до нормальной. И смотрим, что мы можем сделать. Так. Электричество, батарейки, столовая, вода, насос, а туалет где? Что там с тобой? А, воздуха нет уже. Понятно. Это хреновенько. Так, надо что-то исследовать. Сделаем паузу, пока они быстро не сдохли. Так, могилка нам не надо, массаж. Это умывальник. Так, нужен туалет. А туалет есть? Туалетная кабинка есть. Хорошо, значит, строим. Строим пол. Аж до сюда. Вперед. По бельникам устройте. Так, алёха. Говорит, воздуха мало. Воздуха, говоришь, мало. Ну давайте вот это вот сковырял. Тут воздух, который там наверху, пошел к нам. Так, надеюсь, растет вот инвентарь. Ага, материалы я поднимаю, отлично. Так, чуть-чуть можно ускорить. Замерзает, не видишь ли. О, еда выпала. Молодцы, здесь бы тоже не мешало бы вам скопать. Каждое их действие. Что-то вот. О, отлично. Они все прокачиваются, все учатся, на все учатся. Так, есть. Ставим паузу. Разрабатываем теперь туалет. Туалет. Это я увидел. Потому что я на не в еде. Так, туалетная кабинка. Ставим где-то здесь одну. Вторую и третью. Каждому пашку. Так, поехали дальше. Умывальник нужен. А, умывальник. Воды здесь нет. А, вот вода, отлично. Значит, надо копаться туда. Так, где-то вот так вот. Чуть-чуть здесь. Чуть-чуть здесь. Они вроде как могут лазить. И здесь вот. Вот, ну, даже вот так вот. Отлично. Вперед.
откройте сначала кабинку. Поставим помповый насос. Будет умеется качать воздух. Так, я смотрю, углекислого газа полно. Из них выделяет углекислый газ. Из этих растений эти засохли. Видишь, им темно, светло. И воздуха не видно. Опа, это что такое? Вода грязная, хорошо. Какие-то... Чёрт не поймешь, что за хрень. Ага, светлячки. Вода чистая, кстати говоря. Построили, молодцы. Кто хочет туалет? Источник еды. Будет вам источник еды, не все сразу. Не все сразу. Так, лестница нужна. Сразу, наверное, поставим задание. Здесь вот лестничку поставить. Пускай строят. Кто-то из них сейчас родился, пойдет туда, кто-то сюда. Опа, жук. Он жрет переносит ресурсы, зараза. Нужно убивать его или не нужно? Не знаю, что он поглощает. Не знаю пока. Так, вот здесь вот можно сбурить его все. И построить здесь, допустим, это вот. Турбину эту, чтобы воздух добывать. Не воздух, а электричество. Кубики. Так, одна здесь, все другая там, отлично. Иди там. Так, ну кровати у нас не будет, так что будет пока спать один на полу. Ничего не поделаешь с этим. Это факт. Дай-ка пойти. Включить автосбор. Медная руда нам пригодится во всем. Так ешь вот. Еду-то нашла, молодец. Кушай себя. О! Сколько там внутри? Походу там ничего уже нет. Плохо. Так, корчевание пока не надо. Вот автосбор включенный. Так, все в туалет подбежались, естественно. Чё бы нет, собственно говоря. Так, а здесь вот сейчас распланируем сразу. Так. Болезни и микробы. Ну подождите. О чем ничего не делаем? Там не свободное время, что ли, сейчас? Походу на то. Переснова не получается. Бумс. Бумс. Ты тоже уже спать, что слышишь? Так, ускоримся. Все еще спят. Еще чуть-чуть. Сейчас цикл должен закончиться. Вот еще немножко. Ой. А куда побежать? Опять в туалет? Да ладно. А, нет, дезинфекция. Пошли сделать. Молодцы. Горшки надо чистить. Так, сейчас они здесь что-то сделают. Вот сюда надо насос все-таки поставить. Так, надо уже размечать все это дело. Чё? Рабочая смена. О, надавилось даже. Ой, блин, мы выкопали растения. Ну да ладно. Ничего страшного. Потом будет еще прокопать вниз где-то здесь. Сделать склад. Но не сейчас. Хотя вот надо вот здесь было бы разобрать эти две клеточки. Ага, не то. Опять не то. А вот, разрушить. Давайте, разрушайте. Надо вниз прокопать, чтобы электричный газ вниз сходил. Так, и лестнику вниз. Пока так. Пока будет так. Сделать, скажем так, яму.
Ну что-то мне не нравится. Ну-ка, стойте. Мне вот это вот. Вот это не надо копать. Тихо. Это не надо копать. Мне что-то кажется, что это сейчас разрушится все. Надо выше просто прокопать на одну клеточку. Вот так вот. Так, копните здесь, чтобы он не сильно прыгать было. О, очнулся. Быстрее будешь работать. Так, молодцы, ребят. Копайте, копайте. Здесь надо этаж будет сделать вот под использование материала. Если эти шкафчики поставить. Ух, как они пошли работать. Так, давайте ставим шкафчики. Мне давайте пол сделаем нормальный. Это все будет именно на прокачку идти. Ага, кислорода даже мало, плохо. Хреновенько. Это все стало совсем плохенько. Кислорода не хватает ужасно. Так, ну стоп. Давайте сделаем пару кирпичей. Пускай туда слаживает все. Потому что бардак везде кругом валяется. Так. Здесь можно хранить и все. Все хранить не надо. Сейчас я это повыбираю, что надо, что не надо. Так, я скопировал настройки. Вот так вот. Чтобы они не хранили здесь плохую землю. Потому что куда в туалет, этот офигел. Так, да, я знаю, что дышать там тяжело, но сейчас углекислый газ уйдет вниз. Копнуть еще здесь. Чуть-чуть. Чтобы как можно больше пространства было вниз уходить углекислый газ. Так, молодцы, они занимаются делами. Так, насос. Нужен нам насос. Так, лестницу. Или как-то так, не знаю. Короче, сейчас посмотрим. Сделано так две лестники. Посмотрим, что они смогут сделать. Что-то. Так, он здесь хочет. Да вон этаж валяется. А, и в туалет одновременно и здесь хочешь. В туалет. Ну, даже понравилось. Ой, нет. Где-то гадость такая. Так, опять у них ночь. Так, вот они проснулись. Опять пошли дезинфекцию делать. Отлично. Давайте стройте уже. Так, рабочие семьи, что там. Это хорошо. Стройте давайте, хорошо бегать туда-сюда. Так, смотрим теперь, что с насосом можно сделать. Так, ручной насос, сколько его можно поставить? Ага, вот так вот можно его поставить. Так, теперь придется делать еще к нему подход. Тут нельзя строить, да? Похоже, что нет. Все отлично. Так. Хорошо, а куда же он воду будет качать, или они просто будут ее брать? Пока трубопровод, по-моему, нам недоступен. Так. Опустошитель бутылок. Тоже где-то поставить его надо, я прям не знаю где. Тут, наверное, же и поставим. Не знаю, правда, зачем, но посмотрим. Пока надо с этим разбираться. Сделать обойму. Надеюсь, вода не выключит. Ай, блин.
Стой. Вода, вода уходит. А куда, куда-то побежали. Давай, давай, закрывай, закрывай дырку. Замерзли уже, промокли, я понял. Оп, все. Чуть-чуть водички разлилось. Даже больше, чем чуть-чуть. Так, новый репликант, пока нам некогда. Некогда. Так, все, делаем энергию. Колесо. Что, нельзя? А, вот здесь нельзя ставить. Ясно. Тогда делаем нормальный пол. Лесу растений все избавиться. Замерзают, если они. Вот у вас еда еще немножко будет. А ты чего проснулся, не понял. Так, стоп. Так, вот энергия. Ставим колесо. Где-то здесь вот поставим. Думаю, даже два. Алло. Электричество. Провод соединим. Так, а здесь аккумуляторные батарейки поставим. Да побольше. Энергии надо много и очень много. Ой, и то не та кнопочка. И проводом все это надо соединить. Заодно и тепло, кстати, будет сейчас вырабатываться. О, погнали. Так, есть хотят светлячки. Их вроде как разводить даже можно. Замерзает. А может эту хрень все-таки убить? Ну, да, некому атаковать. Все куда-то пошли. А где еще один, не понял, гаврик? Куда он делся? Еще прям друг, а они друг друга, наверное, спят, да, точно. А это что за яйцо? Иглоцвет. А это ты блестячок. Ну ладно, это. Атакуйте его, атакуйте. Убили? Вот мясо будет вам. Ой, сколько всего надо. Кошмарное количество ресурсов надо. Ну, вода вроде как не сильно нам. Так. Это уже скоро исчезнет. Нам надо подумать уже о кислороде. Так, нам надо добыть вот эту вот фигню. Это помогает кислород добывать. Медная проводка. Уже готовится, уже скоро будут крутить колесики. Так, а колесики крутить? Ну, на семерочку, наверное, поставим. О, пошло дело. Зарядка пошла. Одна даже зарядилась, замечательно. Увеличились навыки, отлично. Все, обращайте, давайте. О, отлично. Еще одну достроить надо, если дела. Шпарит вот это. Так, а что не достроить это? Материала, что ли, нет? Потому что песчаник. А нет. Потом пошел подобрать металл. О, замечательно. Так, теперь надо подумать о столовой. Надо подниматься вверх. Подниматься вверх, потому что надо. Так, не, здесь что-то как-то хреновенько. Вот это растение не хочется испортить. Ладно, не будем его трогать, оно пускай будет здесь расти. Тут вообще как бы нежелательно. Ладно, мы просто сюда поднимемся, чтобы, во-первых, здесь кислород еще есть, как минимум. Рады. Хорошо. Энергия пока не используется, так что батарейки будут заряжены.
Нормально. Ой-ой, водичка, говорит, ноги замочила. Так, а что здесь? Жидкость только. Жидкость, ладно. Не знаю, пускай. А тут чего? Разрушить, отключить. Так, может, тебе электричество надо? Да нет, это же ручная помпа. Нафига электричество? Так, просверлились, молодцы. Теперь надо исследовательская лаборатория, где ее поставить. Вот здесь, наверное, сверху. Будем строить. Ой, что ты надел? Отмена, отмена. Вот так вот. И вот это надо разрушить, скопать. Пока займемся проектировкой, пока не спят. Хорошо, так, здесь нормально, воздуха должно хватать пока что. Вода как бы есть. Даже лужица уже небольшая набралась. Так, кстати, тут же можно вроде как сказать, чтобы не убрали, да? Вот так вот. Потому что это, по-моему, влияет на нас. Да, нет, баночки воды пускай собирает. Вот молодцы. Блин, опять потекла вода. Надо так придется еще здесь собрать. Бутылочки с водой нужны, вода не должна просто так пропадать. Тут все на вес золота. А, замерзли. Ну так, уберете воду, не забудьте мерзнуть. Что, давайте смотрите. О, молодцы, все, красавцы. Все, практически все. Строим. Так, вот эту штуку надо... Видите, это сбор. Надо скорчевать, потому что там холодно, видно, что... Видите, что-то не хватает. Так, вот это, кстати, можно собрать. Включить автосбор. Включить автосбор. Включить автосбор, отлично. Корчевание не надо. Засохла, зараза. Включить автосбор. Ну что, что-то что берут? О, ягодка. Замечательно. Так, а ты? Тоже включить автосбор. Здесь включено, здесь вроде как тоже включено. Ну что, живем, ох, тут воды сколько. Здесь хлор, хлор вообще не нужен ни разу. Еще вода есть, шикарно, лампочки, грязная вода, и дальше мир. А, вот еще, а, это тот же бассейн. Так, они все собирают, стоп, 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 еще копаем, 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 здесь вот. Вот так вот. Это даже вот так, это даже тоже надо скопать, потому что там материал нужен. Это тоже заберем. Вот так, и здесь построим стеночку. Продолжим, точнее, расстроить. Не, 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 это уже лишнее. Это лишнее. Так, где камушек? Камушек. Оп. Так, отойди. Ну, пока так, короче, скажу. Давайте, ребят, я вас верю. Сейчас будем ставить компьютер на эту лабораторию. А они пока ставят. Поставили на медленную скорость и будем ставить где-то наука, наука, ну-ка, вот. Исследовать свинскую машину. Где-то вот здесь вот с краешку мы поставим, вот тут прям. И тянем электричество к ней, естественно. Так. Ах, она эстетику портит. Ой, куда ты поехал? Куда ты поехал-то? Вот так подключимся, это удалим. Отменим, точнее говоря. Все, работайте. Так, приоритеты исследования. Кто может у нас заниматься исследованием? Задания. Показатели. Производство. Вот. Где у нас исследование? Наука.
хоть кто-то может исследовать или нет? Так, 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 что это у нас? То, что-то. Ну, здесь, наверное, пишется, что за квадратик. Руби. Мясо, какое-то мясо. Короче, посмотрим. Ядовитые, витаминки. Короче, что-то я, наверное, не то включил. Задание, приоритеты. Ага, вот. Искусство исследования. Вот, ты не можешь использовать. Учится 4, учится 5. Вот тебе отменим. Как же тебе отменить-то? Вот. Все, ты будешь, у нас максимальный приоритет будет на исследование. Давайте-ка. Так, еда пока есть. О, еще где-то засохло. Поднести. Ну, только ночью, походу, хорошо работает. Ладно. Личинки, фигачинки. Пускай спят. Ну, в общем, я так думаю, что насос они будут сами пользоваться. Микробы, свойства. Так, побежали. Не буду пока нам убрать. Так, вам нужен умывальник. Вот что вам нужно. Вот зеленый. Умывальник. А нету. Как так нету? Блинский блин. Здесь. Тут. Как же вот умывальник есть, ёшкин кот. Так, ставим где-то здесь умывальник. Повысим приоритет на максимум. Так, вот эту фигню надо скопать, ребят. Песчаник рассыпался, нам не нужен здесь. Так, стоп. А, микробы, свойства. Так. Выбрать направление. Только когда вы уходите из туалета, будете мыть руки. Вот. Отлично. Водичку, я так понял, они добавили. Ага. Наставлена вода. Давайте, ребятки. Теперь вы можете мыть смело руки. Так, выпал. Так, надо производитель кислорода. Производитель кислорода где у нас? Так, кстати, кровать уже можно делать, но не сейчас. Генератор воздуха. Поставим где-то вот тут с края. Вот здесь. И также ему опять же надо электричество. Как его лучше протянуть? Да, вот так вот прямо и протянем. Замечательно, сейчас у нас будет все работать. Будет у нас свой кислород. А, я думаю, почему не один? Потому что нет. Так, алло. Так. Исследование. Значит, что нам нужно? В первую очередь. Я так думаю, производство еды в приоритет должно уйти. Так. Исследование, водопровод, вентиляция, внутренний декор. Не то, где же еда? Наверное, вверху где-то. Так, основные. А, вот, что-то с едой связано. Ящик для растений, вот. Температура с водорослями. Вот это тоже, кстати. Вперед! Исследуйте, как оно все исследуется. Вот так, наверное, куча целая. Ну-ка, сейчас заодно и посмотрим. Так, отлично. Исследование пошло. Воздух пошел. Шикарно, мы живем. Так, ну расслабляться не надо, надо им делать спальню. Спальню лучше делать тоже где-то вверху. Так, вот где? Вот так, сюда не идем. Какие-то грибочки. Что с ними можно делать? Собирать, но это такая атмосфера, что ее лучше нам не надо здесь вообще никак. Так, стойте. Надо поставить дверь здесь, хоть какую-нибудь фуфлыжную дверь. Не, мою дверь вот здесь поставим. И один квадратик вот к нему. Работайте. О,
шикарно. Хоть что-то будет отделять сортир от... Так, она исследует, отлично, молодец. Так. Ага, вот он отлично идет, процесс идет, хорошо. Эти пока собирают материал. Батареечку надо... Так, давайте на девяточку поставим. Энергия должна быть в приоритете, ребят. Не хотят. А, вот побежала крутить, давай. Молодца. Что-то я слишком на большой скорости. Так, температура лампочки должны давать? Где-то здесь должна быть температура, вот. Ух, хорошо греется прямо. Так что мне не совсем должно быть холодно, нормально. Здесь, возможно, потеплеет. Возможно, возможно и нет. Тут сколько у нас? 20... Сами 28 градусов. Ну, не так уж... Не так уж много, не так уж мало. Так. Сейчас он уже почти закончил исследование. Так, блин, вот это что-то у меня налажало тут. Потолки не вровень. Ну и ладно. Ну и ладно. Ничего страшного, и так сойдет. Так, ты исследовал, да? Отлично, смотрим, что у нас появилось. Вот. Вот эту хрень надо ставить где-то вниз. Вот здесь, я думаю, сейчас прокопаем эту чуть-чуть внизу. В сторону. Вперед, ребятки. Ура! И хлопает. Тут какие-то эмоции добавили. Раньше они были, блин, такие бестолковые. Так, надо производство еды сразу. Так, что можем еще делать? Компост. Компостную яму где-то надо воткнуть тоже. Вот где? Ладно, с этой стороны воткнем. Пока прокопаем сюда. Мальчик. Так. Ящик для растений пока не здесь. Ага. Вот эта штука мне нужна. Ставим здесь, 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 здесь и вот здесь. Так, компост где-то у нас был. Вот компост пока воткнем здесь. Ну, штуки две. О, молодцы, мойте руки. Чтобы были счастливы, довольны и не болели. Молодцы. Это фигня прыгает все время. Так, с едой беда. С едой беда, говоришь. Вообще, как бы прибраться бы не мешал бы, елки моталки. Так, не то. Где здесь прибирание? Шалобабочка. А, это ловить. Где же, это что? Так. Чистить. Да и вам бы тоже не мешало бы почиститься. Ну ладно. Так, это что за вторичный приоритет? А, вот, собирание вот этого. Надо бы все это собрать, конечно, бы по-хорошему. Вот так вот. Ух, сколько вам работы, я вам не завидую. Так, делаем... Побыстрее. Цикл сейчас закончится, они проснутся. Так, это у нас что? Стресс накапливается, начинает. Плохо. Хреновенько, что начал стресс накапливаться. Дезинфекция. Какая такая дезинфекция? Они хоть довольны становятся, даже о чем-то разговаривают. Так, вам не требуется источник еды. Так, я знаю, что вам требуется источник еды. А почему бы нам поставить его, не поставить вот здесь вот? Тут вроде как нормально все, все растет. Причем надо было, наверное, давно построить это все.
Так, и приоритет сейчас максимально надо выпить. Так, как это сделать? Приоритет. Уже забыл. Ладно. Сделаем так. Вручную. Так, что мы можем посадить сюда? Вот это новосинечка. Вот это. Давайте стройте, сажайте пока. Ага. Не может, говоришь, расти. Сейчас копаем. Нет, вот это делать, короче, не надо. Сейчас хочу с потолка сыпаться, ничего не надо. Сковыряйте пока. Так, что можешь посадить? Сиди. Сиди. Ой, блин, я ж не выбрал, да? Молодец. Что, вас больше нет? Здорово. Давайте выкопаем вот эту хрень. А, они еще собирают. Ну хорошо, пускай собирают. Так, что-то ему не хватает. А что именно? Подкормка. Что тебе надо? Крейсер Аврора. Видать, что-то с компостом, наверное, связано. Ага, вот, принесли землю, наверное. Все нормально. Есть семечко. Так, ой, хреновенько, что падают эти штуки. Включим автосбор. Так, этому что-то не нравится. Походу тоже ему надо что-то там. Так. Да, они должны подвести ему земли. Так, садим 4 растения есть еще. Вот и хорошо. Хорошо, что все хорошо кончается. Хотя еще ничего не кончилось. Так, может быть, все-таки действительно взять еще одного репликанта. Пускай. Дубликанта, точнее говоря. Так, ой, у тебя аж храпун не нужен. Тормоз. Учится минус 3. Да. Нарколептика. Тормоз. Придется тормоза брать. Потому что храпун будет мешать всем, надо ему отдельный будет в спальне делать. Тебе повезло. Надеюсь, хоть ты бегаешь нормально. Вроде да. Вот побежал. Да, я думал, что он жрать уже побежал. Ну нет. Ну строят молодцы. Надо спальню где-то делать. Еще раз говорю, еще раз скажу. Где-то надо здесь спальню делать. А почему бы не здесь? Вот тут поставим лестницу. Сделаем еще один этаж. Сейчас это все раз это вот разложу. Вот примерно как-то так это будет. Все, здесь будет кровать. Это где-то кровати у нас тут должны быть. Кроватки, койка. Койка место. Хотя бы через одну клетку сделать. 4. И на будущее сделать. Вот так вот. Даже здесь одну можно поставить вот так. О, шикарно. Вперед. Еще есть у нас одна штука есть, к сожалению. А сюда можно посадить вот это семечко. Давайте его посадим. Не будем привередничать. Оно, наверное, все, наверняка все растет. Что-то дает. Так, это надо будет собрать. Семечки еще будут, я так понимаю. Так, что? Дальнейшее исследование. Так. Вот. Хороший. Можно даже это начинать исследовать. Почему бы и нет? Так, светлячок, только не улетай мне.
Их можно размножать. Как их размножать надо, я сам еще не знаю. Будем учиться. Так. Здесь приоритет надо на семерочку поставить. Чтобы не носили ему воду. Чтобы она работала, цвела и пахло. Так, вам понесли воду, отлично. А, вот они воду качают. Ну. Ой, промок, говоришь. Ничего страшного, если бы не сделается. Ну, пока нормально, пока мы живем. Вот какие-то ясы еще валяются, водоросли. А это не то. О, водичка добавлена. О, пошел вырабатываться кислород. Поглощает углекислый газ, вырабатывает кислород. Причем, смотри, так эффективно, эффективно, отлично. Весьма эффективно. Это хорошо, углекислый газ будет со всей этого собираться внизу. Отлично. Ну что ж, я так думаю, на этом надо заканчивать. Вот, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.